Приветствую. Сегодня вот такой цилиндр Дикаба, болгарский производитель, город Варна. Пробуем открыть. Вскрытие. Замочек имеет вот такой вот сквозной ключ один, который проходит насквозь. И второй ключ. С одной стороны по профилю он не заходит. С обратной стороны работает. Такая вот упаковка, надпись «Секретная ключилка», Дикаба, производитель Дикаба, Варна, Болгария. Есть инструкция по эксплуатации, гарантийная карта. 15 мая 1997 года. Замочек Дикаба. Если понравилось, подписываемся, ставим лайки. Спасибо.